Здравствуйте, товарищи! Сегодня у нас 19-я серия в игре под названием Darker Entry Souls Solid Republic. 10-й сезон. Старт в 1917 году. В прошлой серии мы закончили исследование в области сортировки мусора. И я за кадром вот уже произвел, так сказать, прикинул примерно мусора, вот этот комплекс по переработке мусора, который сюда включает мусоросортировочный завод. Из мусоросортировочного завода часть мусора будет попадать в мусоросжигательный завод, а часть мусора будет отсортировываться, отфильтровываться и складываться на склады. Потом вывозиться в будущем на дальнейшую переработку или на продажу за границу. Также за кадром были достроены вот эти два дома, пока у них никто не, пока не живет. Ладно, так, здесь отдал под строительство вот эту вот дорожку. Мы пока не строим, станцию пока не запустили, потому что еще магазин строится. Вот торговый центр еще отстраивается. Нет рабочих или техники. Но я думаю, этот вопрос решится. Здесь у нас рабочих хватает. Здесь тоже. Так, давайте пока отдадим от строительства. Вот тут вот есть дорожки. Так. Тротинки, значит. Одну вот так соединяем. Так. Это чтобы техника доезжала. Потом мы ее уберем. Так. И отдаем вот эту вот тротинку. И вот здесь тротинку. И вот эту можно отдать. Так. Мы отдаем. Так. Отдаем. Вот это отдаем. А, кстати, в этот дом кто-то уже зашел. Может, там заселились уже? Так. То в этом доме кто-то уже... Нет, пока еще никто не живет. Как ни странно. Ну, ладно. Так. И вот здесь отдаем. Так. Ну и можно, наверное, отдать под строительство вокзал, если там есть. Так. Вот так. И вот так. Так, ну вот эту дорожку построят. Тут тоже построят. Будем отдавать вокзал под строительство, потому что у нас уже... Вот, осталось только вот этот участок доделать. Дороги. Тут 7 трудодней.
И уже началось строительство вот этого участка дороги. Так, и надо, кстати, наверное, отдать вот строительство, вот эту трансформаторную будку. Так. И провода. Провода тоже отдаем. Так. Вот. Так, что тут еще? Здесь вот сейчас достроят вот этот участок, и мы сделаем. Чтобы они разъезжались. Так. Так, давайте посмотрим, что у нас на исследованиях. Исследования продолжаются, видимо. Да, исследуется. Где-то завершилось строительство. Давайте посмотрим, это где. Ну, это вот здесь. Отлично. Так. Давайте тогда вот этот вот кусочек. Отдадим. И да, вот этот пока отдадим, и вот этот. Второй. До больницы додвигали наши. Так. Это у нас понятно. Так. Здесь что? И этот отдадим. Отлично. Так. Здесь тоже укажем. Да. Так, давайте посмотрим, что у нас. По ресурсам на складе. Так, ну, наверное, можно поезд отменять. Так, где он тут? Поезд. Давайте посмотрим, где этот поезд. Так, вот он сейчас. Давайте, сейчас он проедет. Продаст. И мы, наверное, его отправим на этот. А у нас почему-то опять с углем проблема. Так и не честно говоря, уже. Так. Здесь построили. Так. Вот поэтому нельзя никак отрывать электричество. Надо тогда делать такую систему, чтобы придется закупать уголь в каких-то количествах.
Для этого, чтобы не было таких проблем, так, нужно, что тут, так, ты едешь у нас. Ты у нас едешь вот сюда, поскольку ты у нас сломался. Так, вот сюда твоё теперь. Так, дальше. Так, давайте теперь прикинем, где нам построить. Так, вот здесь пожарная. Так. Вот здесь, значит, надо построить. Так, ну вот ты работаешь, а как ты... Так. Так, ладно, давайте поступим таким образом. Включаем сетку. Нет, сетку. И здесь строим какую-нибудь автобазу небольшую. Так. Малая автобаза. Нет, ну вот, сколько она стоит? Так, вот это вот на 8 машинок. Так. На 8 машинок покупаем автобазу. Вот так она будет стоять. Да. И строим дорогу. Так, ладно, так, строим. А тем временем пойдемте смотреть. Так, поезд надо отводить. А у нас что-то горит. Так, что горит? Дай фикс ней. Горит? Если горит, не жалко, все равно придется сносить, так как дирижаблями мы не пользуемся. Но если удастся спасти, то будет хорошо, конечно. Так. Что, едут? Кто-нибудь едет вообще? Ну, я думаю, все-таки мы, наверное, спасут. Так. Ну, спасут, значит, хорошо. Вот, три машины едет. Может, их спасут. По этим дорогам, по дачам, которые, знаете, такие.
Так, нам надо он тот кое-кто-то догнать по дупу, который идем там. Так. А ты у нас что, опять все выиграл? А ты все выиграл? Нет? Ну, ладно, сейчас мы тебя... Сейчас разгрузишься. Отлично, ладно. Пожар потушили. Это хорошо. Так. Так, а мы сейчас отслеживаем вот этот поезд, чтобы его отправить в депо. Не вот этот, а второй. Так. Где-то там. Это чё? Угольная шахта. Так, ну ты уже явно ты уже не отойдешь. Так, у тебя... Сто процентов износа, и где? Ты отправляешься теперь вот сюда. А ты чего у нас тут? 98%. Ну ладно. Так. И давайте смотреть, где у нас чего не хватает. Так, вот ты что тут стоишь? Это что у нас? Это... Это депо автомобильной техники. А, ну, такое все понятно. Ты едешь на утилизацию. Так. Вот сюда. Так. И давайте вот этот поезд водить. Так, сейчас отправляем тебя. Сюда отправляем. Так. Это у нас грани кончается, пока. Пока ничего не получится продавать. Так, здесь что у нас? Здесь. Ну вот так строится 95 трудодней. Так, что еще? Что у нас, шахта работает, нет? Ну, работает шахта. Это лично, шахта работает. Так, давайте. Где что? Как обычно, нету угля. Так, уголь. Что с углем? Нет, уголь есть. Так, мало, правда. Потому что здесь нет рабочих. Так, надо тогда разбираться
Где чё? 1040 рабочих трудодней. Так, ладно. Здесь что-нибудь у нас происходит. Так, ну вот, пока только... Гравия нету. Так. Здесь. Так, ладно. Где-то что-то построилось. Хорошо. Отдаем под строительство вокзал. Я еще что построили? А вот здесь только. Так. Понятно. А это где? И вот здесь построили. Отлично. Так, это понятно. Так. Где-то еще построили что-то. Так, вот эти два участка уже построили. Так, а ты что тут стоишь? Что тебе не нравится? Едь. Так. А нет, здесь надо вот тихо. А здесь, наверное, вот такой надо вставить. Ну да. Нет. Здесь надо лишнее поудирать. Так, и чё? Ты куда поехал-то? Да ты уехал уже оттуда, всё. И здесь застрял. Так, а почему ты тут застрял? Тут непонятно. Потому что... Здесь еще и не достроено, к тому же. Ну, значит, у вас
А ты, значит, надо так делать. Так как... Вообще здесь нет такого, что... А здесь не достроено. Здесь вот надо достраивать. Так. Отлично, здесь мы достроили. Так, давайте теперь вот этот участок достраивайте. Так, что тут углем? Так. И давайте... Вот этот дом, куда вы ходите? Подходите сюда. Так, что тут? Бетона нет. Так, у нас где-то машина сломалась, надо... Так, ну вот здесь уже хорошо строится, так. Ну. Так, давайте проверим, что по машинам у нас. Так. Ну, здесь, наверное. Так. Здесь все есть, так, по технике. Здесь тоже все по технике есть, так. А вот здесь... Давайте сюда закрутим еще парочку. Открытых грузовиков. Вот так, пускай будет. Так, вот здесь закончили дорожку, это хорошо.
Так. Челдах. Ну вот так доходит, тогда давайте вот здесь дорожку построим. Так, здесь черных по угля опять мало кто дает. Так, давайте, наверное, что сделаем. У нас есть машины. Это что у нас? Депо автомобильной техники. Так, давайте вот. Значит, а что мы так делаем? Ты едешь у нас. Пока сюда едешь. Так. Вот, едешь. Так, а сюда вы как заезжаете? А, вот так, так. Ну вот, ехали. Сюда. Здесь. Нет, сначала вы едете вот сюда. Так. Сюда едешь. Здесь выгружаешь. Здесь загружать уголь и выгружать вот сюда. Только если что, здесь ждать выгрузку угля. Только у нас, если что, тревога не было со станции. Потом попозже придумаем, что и где, как с этим бороться. Так. Ты отправляйся. И ты тоже отправляйся, потому что пока надо сюда побольше людей возить, тогда мы можем, наверное, отказаться так. Потому что у нас здесь мало народу. Этот сломался. Так. И ты прямо вот сюда идешь. Так, а сюда давайте тогда что сделаем? Чтобы сюда люди ходили, значит, надо все-таки вот этот, что торговый центр достроили, тогда будет немного попроще. Так. Ладно, пока пускай возят. Это где? Это построили вот эту линию? А? Быстро.
Ну, отлично. Это... Она останется только построить. Да, и давайте вот так, вот к этих домов люди доходят. Да, доходят. Давайте тогда сделаем. Ну, чтобы люди у нас доходили быстрее. Так. Так, что, дойдут люди? Давайте. Где-то у нас построилось. Так, отлично. Так. Давайте посмотрим, дойдут ли у нас вот до этого, до этих двух домов люди. Так вот, это остановочка. Да, люди доходят, без проблем. Давайте тогда от этих домов укажем людям доходить. А, надо сначала заселить сюда людей. Так, давайте заселим парочку так. И сюда. Немного так и немного вот так, чтобы они... И укажем людям ходить на работу вот сюда. И вам тоже вот сюда ходите. А здесь получается, что надо киоск врага, останется угольная шахта, медицинский пункт его уже нету. Так. Медицинский пункт убираем, его нету. Киндер. Так, это какой киндер-гадер? А это что? А, ну вот. Ну, опять не установлено, опять с углем проблема. Почему-то. Для этого приходится... Так, надо, наверное, что-то сделать. Ох, почему электрослужение идет? Я же указал импорт.
Ну да, вот из-за этого проблемы. Так. Ах, смысл. Сколько в этом городе людей, что... Так. Что они создают такие проблемы? Так. Так. Ну. Ну, я думаю, как вариант, наверное, есть смысл вот здесь поставить дом. Давайте посмотрим какой-нибудь дом, чтобы доходили до шахты. Так, жилье. Так, да, давайте попробуем таким образом сначала посмотреть. Так, жилье. Большое жилье, так. Так, да, 160. Я где-то видел. Вот общежитие есть. Так. Ну, ты говорю, есть общежитие. Это есть на 136. Так, нет. Где-то я видел еще. На 304. А вот это что за дом такой? Ну вот его. Его бы построить. Построить где-то. Ну вот. Так. Здесь он не войдет. Так, что тут? Что это такое? Малое здание. Так, давайте. Вот здесь тогда разберем вот эту тротинку. Она тут просто ни к чему это. Так. Вот здесь вот так выводим тротинку. Так. Так. И давайте попробуем вот этот дом, который я хотел воткнуть. Станет ли он здесь? Что-то он сюда не хочет вставать. Он только вот таким образом станет. Ну да, хридом на шахту. Ну а что делать? И давайте отдаем этот дом тоже под строительство.
Будет такой дом, правда. Потому что другого способа я пока не вижу, как это решить. Но этот дом лишним он точно не будет. Так. Нам надо, чтобы с этого дома люди доходили куда. Так. Здесь они дойдут, без проблем. Так. До магазина тоже дойдут. Вот так. Да, вот таким образом. Так, до детского сада дойдут. Так, вот давайте посмотрим, до куда доходят. С этого дома будущего, до куда люди дойдут. В принципе, они дойдут и до автовокзала, и до нашего, до шахты. Так, а тут у нас что-то... Что-то на приколе стоит. Так. Твоя задача. Ты сломался. Едешь, короче. Ты где у нас был? Вот сюда едешь. Так, вот что. У нас что, тут последняя машина осталась? Так. А здесь у нас есть еще транспорт? Или это последний был? Так, давайте... Закутим сюда еще машин. Так, название, показатель, личный автомобиль. Так. Амо. Так. Так, не. Поехали. Рухабаут. А его перекрасить черный можно. Вот черненький. Вот таких. Да. И что еще я хотел все-таки выяснить. Так, раз здесь находимся. Исследование. Тут идут. Так. Где у нас мусор еще? Так, где что? Так, хорошо. Да. Мы пока ничего не продаем, потому что угля у нас пока не очень много. Так. Так, канализационный бак у нас переполнен почему-то. Так, это что такое? Так, водовозка. Давайте, значит, обновим парк.
Хотя у нас вот здесь я не знаю, куда мы сейчас воду возим. Так. Тогда надо докрутить технику. Да, вот тут стояло. Так, где что у нас стояло? Это что у нас? Это большие отходы. Это маленькие. И сюда еще надо купить водовозку. Так. Мусоровозная цистерна для воды. Вот давайте какой-нибудь 35, вот 43, вот, вот такой вот. Так, что у нас здесь происходит? Вот здесь уже начали что-то строить. Так, здесь. Ну, нету градия в основном. Так, давайте. Вот для этой конторы закупим тоже технику. Значит, так, сюда покупаем. Автобус. Так, автокран. Где-то на мешалке, давайте. Давайте купим сюда сколько? 42. Так, 21, так. Ну вот, нет. Вот таких вот купим, давайте, сколько они, 3 тонны. Так, теперь где-то на мешалке, портовые грузовики, давайте. Крытый грузовик один какой-нибудь, давайте купим. Вот один такой. Лесовоз, самосвал. Давайте смотреть, самосвалы какие у нас есть. Дампер. Вот этот. И экскаватор. Экскаватор, ладно, у нас не это. Мы все накрутили. Так. А у нас открылся тем временем институт медицинский. Так. И давайте смотреть, заработал ли он уже. Так. Давай еще. Не так-то просто еще поймать этот институт. Так, ну вот он заработал, так, давайте, нет, давайте просто исследуем вирусологию, пускай исследует. Так, ну я думаю, это, каких домов там отправлять, здесь никто не живет, так, давайте вот, этот дом заселим.
и укажем им ходить на работу. Вот ходите, вот так, вы ходите, значит, вот сюда. Сюда тоже ходите. Так, вот эти дома у нас живут, живут. Здесь тоже живут. Так, что у вас там? Какие еда? Отдохнуть, одежду, мягко, спортом. Так. Спорткомплекс еще надо построить. Ну, спорт будем строить. Так, но для начала нам надо... Это что у нас? Для этого нам надо что построить? Вот здесь... Ладно, будем строить, потом построим. Так. Здесь надо еще сталь и механизмы покупать. Так. Так, на угольные шахты давайте тоже ходите. Зачем прохлаждаться? Так. Этот дом, ну, тоже долго будут строить его, конечно. Но он на 500 человек. Так. И давайте так же, наверное, вот. Эту тротинку построим. Так. Так, что у нас тут? Уголь есть? Так, давайте покупать пока. Не будем закупать. Так, и давайте вот, пока у нас лето, надо вот эту проблему как-то решить. Так. Так у нас люди быстрее додвигали до своих, так сказать, рабочих мест. Так. Здесь еще нужны сталь
Да, сталь подвезут и а торговый центр, что тут? Здесь еще 102 тонны бетона. Так. Вот здесь построим, давайте. И вот здесь. Так, на что-то доступно. Товарищи Киров. А что такое? Давайте посмотрим, что такое Киров. Может, это то, что нам нужно, потребует что-то строится. Так. Что такое Киров? Может, это как его? Путеукладчик? Вот Киров. Сколько гоняет работников? Заменяют работников 5 штук. Это 32. Нет, ну... А скорость у него 45 километров. У этого 30. У этого 35. Ну да. Давайте смотреть, что у нас. Почему тут у нас заторы электричества? Так. Поезда вообще почему не ходят? Так. Значит, надо новый автобус купить. Здесь у нас сколько автобусов закреплено за этим? Так, походу, автобусов у нас, походу, сюда ничего не ходит. Так, давайте смотреть. Техническая служба. Так. Непонятно, зачем стоит. Так. Депо. Вот так. Давайте сюда купим автобус. Дождемся. Так, ладно, идет-ка это. Это что?
сегодня сказал ехать куда-то там. Ты сломался, все. Так. Там автобусов, оказывается, нету, поэтому не строится ничего. Так. Где-то что-то построили, отлично, так. Где? Так, давайте дальше строить. Да, вот этот участок построили. Давайте тогда строить вот все. До подземного перехода. Да, пока вот так стройте. Так, здесь еще сталь нужна. Так, а мы давайте посмотрим, там автобус пришел или нет. Понятно, посмотрим. Так, нам надо автобус запустить, чтобы железнодорожная станция начала строиться. Это что? А, вот он их носился, так. Надо, значит, его это. Вот сюда вот. Так. А сюда надо купить, сколько нам книжков не хватает. Тут три книжка. Давайте три книжка хоть. Купим. Так. 35 километров в час. Так, 12 километров в час. Давайте вот. Три книжка купим. Так. И ждем, когда приводит автобус новый. Вот этот вот движок. Сломался опять по пути. И все, и создал пробку. Так, ладно, давайте глянем, где у нас все построилось. Так, отлично, вот здесь построилось. Так, давайте смотреть. Институт заработал. Нет, это клиника. Так. Так, а у нее он как-то вот так выделяет, его еще попробую выводить. Ну вот, исследования начались, это хорошо. Но медики нам тоже нужны, поэтому как бы... Так, что у нас? Здесь у нас что-нибудь строится, нет? Градия нету здесь. Но тоже проблема с градием, пока везде. А вот режут гравий. Хорошо. Что там дальше строится? Так.
Так, что у нас по углю? Хранилище угля как пустое. Здесь как 115. Так, здесь рабочие работают потихоньку. Так. Здесь уголь не успевает накапливаться. Так. Что с магазином? Где-то он нужен. А чё? Что такое? Ну, пока ещё. Здесь народ есть нормально. Так. А здесь что? Вот сейчас сюда сталь отвезут. Или что тут? Так, отлично. Так. Театр. Кинотеатр. Тут еще 80 тонн бетона. Так, что там авторов прибыл, нет? А то у нас поезда не строятся пока. Так, давайте назначим тебе остановку. Едешь вот сюда. Здесь ждать. Здесь ты собираешь людей. Ну, так? И отвозишь их вот сюда, на работу. Так, отправляйте на маршрут. Здесь вообще люди есть? Ну да, есть люди. А здесь у нас осталось 95. Ура, товарищи, у нас запускается новая развлекаловка для людей. Так, ну и давайте смотреть. Вообще будет пользоваться это порохом? Так, давайте назначим, ну, с какого-нибудь дома. Допустим, нет, вот с этого дома еще ходите. Кроме автостанции, ходите еще. Вот сюда на работу. Это у вас типа нет работы. Вот у нас работало колесо обозрения. Ну, конечно, жалко, что оно не вращается. Так. Здесь что у нас? 490 тонн бетона еще. А у нас по-прежнему понемногу улучшается жизнь у рабочих. Уже появилась кое-какая развлекаловка.
Так. Вот. Не могли заняться спортом. Ну, я понимаю, что вы не могли заняться спортом, но для того, чтобы заняться спортом, надо... Надо немного поработать. Так. Вот так как-то. Так. Почему нет рабочих? Ну еще не критично так. На тягах как этот рабочих? Так. Ну идите вот работайте, чего вам? Так, одеть что надо? Детона нету. Вот идите на шахту работайте, чего? Так. Здесь что у нас? Вот сюда? Нету детона. Так, а там что, где что, стройка идет? Куда-то кого-то привезли? Так. Нигде, нигде. Вот автобус куда едет? Идет. Так, автостанция, понятно. Что там начали строить? Давайте посмотрим по железной дороге, что. Люди хотя бы ходят на работу или нет? Так. Ну вот, есть рабочие. Так. А чё, где? Где наши поезда-то? Ни одного не вижу на маршруте. А чего не хватает-то у вас? Ну, у вас все есть назначение, а чего вы не едете? Давайте, идите. Так, давайте смотреть, что у вас тут. Так.
что, в самом деле, у вас? А, вы тихо не хотите. Идите тут тихо, этот, как его. Не видите, куда ехать, что ли? Так, давайте попробуем тогда так. Ты что, тоже не видите, куда? А почему вы не видите, куда ехать? Так, ну давайте. Так, а теперь... А, вот эти еще надо убрать. Ну чё, едьте вот. Лах. Четыре варианта, куда ехать. Так. И вот тут, кстати, строится, не строится. По-прежнему никак не могут построить вот это вот здание. Так. Ладно. Дальше смотрим, что у нас в этом городе. У нас закончились исследования. Давайте посмотрим, что мы можем теперь исследовать. Так, давайте исследуем, наверное. Так. Исключение. Так. Извлечение металлического лома. Так. Все, пускай измельчают. А у нас построился тем временем пункт. Это значит, что вот это здание теперь под напряжением. Да. Нам-ка какое здание, куда отправлять? Надо хотя бы вот до этой станции достроить. Где еще у нас? Большая площадка для мусора. А у нас, кстати, теперь смотрите, что мы можем делать. Мы можем теперь... Пластиковые отходы. Так, давайте... Алюминиевый лом. Так. Опасные отходы. Ну, я не знаю. Так, что еще? Стальной лом. И у нас еще построилась одна площадка. Давайте тоже. Так. Смешанные отходы. Так. Стальной лом. Выделим парочку. Алюминиевые отходы. Но тоже немного. Пластиковые отходы.
Биологические отходы есть. Опасные. Нет, так. ТНО у нас тут нет. Так. И алюминиевый, наверное, тоже нет. Если что, потом на завод будем отвозить. Так, где еще у нас есть мусор-то? Вот здесь есть мусор-то. А здесь давайте пусть общие отходы будут. Так. Здесь тоже надо. Пластиковые отходы. Выделить несколько контейнеров биологических, опасные отходы. Все хоть вывозят. Так. На мусоросортировочную станцию будем потом отвозить. Так. Здесь что у нас строится что-то? Вот. Здесь, но техники нету. Так. Да, будет очень долго. Так. Сейчас пока у нас идет строительство. Вот здесь. Так. Исследование идет. Так. Кинотеатр еще 57 тонн бетона. Так, вот здесь у нас пробка вызывалась. Куда? Торговый центр. Так, и что, давайте смотреть, что у нас. Здесь строится где-нибудь или что, опять застопорилось. Так, где-то что-то построили. Вот, и уже вот этот дом начинают строить. А здесь что? 52 тонны, 62 тонны бетона надо. Так. А ты куда? Незаконченная дорога. Так. Вот здесь хорошо уже работает. Я говорю, вот этот дом построится, когда тут. Чтобы люди быстро потом добегали вот до сюда. Так.
И чтобы эту тротинку построить, надо сделать уже глинянку. Так. Это чтобы люди потом добегали. Так что давайте работайте. Таким образом мы сможем решить проблему. Правда, конечно, возле шахты, а что делать? Ну, это мы сейчас облагородим тут. Да, а вот здесь, вот, я думаю, за школой можно разместить, кстати, стадион. Давайте посмотрим стадион. Футбольное поле есть. А вот есть футбольное поле. Есть. Так, волейбольная площадка, баскетбольная площадка, так. Вот есть футбольное поле, вот можно вот так его разместить. Но это, правда, это летний вариант. Но рядом школа, как бы. Так, это мы пока прикинули. У меня это рабочих постоянно. Так. Здесь работает. Так. А у нас где-то еще что-то. Построили. Это лично. Так. Ну, хорошо. Так, что у нас по железной дороге что-нибудь делается? Где ты там стоишь? Почему ты стоишь? Так, давай. Едь, давай едь. Ты уже чисто. Так. Давай едь. Что вам тут мешает? Здесь мы уберем пока. А потом делаем. Это раздухлился, нет? А теперь давайте просто, чтобы пока пусть едут, потом поставим, когда строят пути. Вот, здесь у нас сколько? 64 трудодня. Здесь.
129, 10, 59 и здесь 134. В общем, вот пусть строят. Так. Где, куда вы тут ездите? Вот сюда. Ну, ездите, да. Ты куда поехал? А сюда что ты приехал? Так, вот сюда надо ездить. Отлично. Здесь построили. Так, и давайте. Так, ну давайте вот здесь тогда. И где еще? И вот здесь. Так. А так, а что, до этой остановки не додвигаете, вот если... А вы доходите. Кстати. Так. Но потом будем брать вот здесь магазин построится, когда будем брать оттуда людей. А здесь нужен еще это. Нужен еще бетон, которого нету. Так. Это когда незаконченная пешеходная, пешеходный переход. Ну, стройте так. Его надо тоже, кстати. Отдавать. Что у нас еще где построилось? Отлично, тут построилось. Так, теперь... Давайте вот этот участок построим.
Здесь у нас это пока надо отменить. Так, почему тут остановка опять? Уголь есть, и чё? Где уголь? Не доехал, что ли? Так, ладно, рулем их углем опять, как обычно. Здесь что? Так. Так, магазин еще строится, еще не знаю, сколько будет строится. Так, 321 день. Так, здесь, о, здесь уже, так. Ну, походу, да, здесь уже 29 трудодней, вот, и эта часть, всех. Ну, так, люди неактивно им пользуются. Здесь уголь. Ну, вот здесь полная, вот это. Угольная шахта полная. Вот уголь не хотят перерабатывать. Таким. Так. Где черных? 186 трудодней. Так. Пятнадцать трудодней. Так, 14. Так, вот сюда зачем-то людей подъезжали, а что они будут делать? Ну, пускай работают. Они тут быстрее утрамбуют землю. Так. Где что? Мало тонн угля, поэтому пока. А ты что ездишь? Ты уголь? А почему ты тут ничего не делаешь? Так. Вот это надо удалить остановку. Нет, давай мы тебя откроем в депо. А то ты тут тутишь. Так, не тут, и вот тут.
И второй где-то такой. Так. И второй надо где-то поймать. И значит, мы вот этот это удаляем. Заправляться поехал. Так, а где тут второй твой товарищ, который тоже катает, непонятно зачем. Так, вот он, наверное, или нет? Нет, это не он. Так, сейчас выводим. Так, где чё уже? Кирпичи, доски, сталь. Так, ну вот, один ты. Этого дом вот отсюда можете еще ходить вот сюда если хотите быстрее построите быстрее будете жить в новом жилье так ну а это здесь 46 тонн бетона еще не хватает. Так, ну вот, сюда уже кто-то пришел. Во, вот. Ну вот, сейчас сюда что-то уже придвигали. Кирпичи едут. Ну еще стали останется привезти. Так. Это кирпичный дом получается. Он не панельный даже, а какой-то кирпичный, наверное. Так. Так, ну ладно. Потихоньку построится. Так. А у нас вот эта дорожка закончилась. Так. Почему? Приостановлена. Так. Отлично. Так. Вот его. А здесь уже началось строительство дома. Так. Вот этот участок уже построили. Ну, отлично, пускай строится потихоньку. Так. Так, а здесь что у нас? Здесь надо гравий. Здесь люди. Так, а тут что? Тут тоже.
Так. А это что за грузовик такой? Странный. Вот этот тоже надо отправить в депо. Так, что тут? Ты вот, наверное, куда едешь? Ты отъедь, короче, вот сюда. Чего ты едешь? Непонятно зачем. Если тебе на дачу ехать, вот ты едешь вот сюда. Если ты ждешь загрузки угля и едешь сюда, здесь ждешь выгрузки угля. Все. Так. Сейчас приедет второй товарищ. Потому что это вот эти перевои с электричеством, это чисто только из-за того, что у нас нехватка рабочих. Угля здесь мало накапливает кого-то. Так. Есть вариант еще, как бы улучшить вот эту дорогу. Этому хранилищу. Так. И подгонять как-то не его это. Потом как-то будем подвозить в это хранилище, если что. Так. Ты приехал? Так. А у тебя что? А мы у тебя удаляем все и котируем тебе маршрут от этого транспорта. Ну все, отправляйтесь теперь на маршрут. И ты тоже отправляйся. Потому что, ах, такое дело. То здесь уголь кончается, вы хотя бы будете подвозить уголь. Так. А здесь вся проблема в том, что моих рабочих банально не хватает. Поэтому вот такие перебои с углем. Так, что у нас? Сидит хоть 8 тонн бетона. Надо. Так, ты у нас кто? Кто возишь? Ты жиров?
Так, ладно, тогда все понятно. Таржиров какая? Ах, таржиров надо еще купить, конечно. Давайте еще откинем того, что там. Питон. Так, 43. Так, чёрных, по их доходят, нет. Так, ты что тут стоишь-то? Ты вот едешь, так? А ты что тут дал? Вот давайте едьте. Так. А где что у нас происходит? О, вот такая красота, что колесо. Если оно еще крутилось. Магазин еще 30 тонн бетона. Торговый центр построится тогда. 10. Вот сейчас куда-то что-то везут.
куда бегут. Законченный конвейер какой-то. Эти кто давай здесь ничего. А. Потом сначала только строить и дороги сначала. Потом уже. Незаконченная дорога. Может сюда? Но если сюда, то еще более-менее, тут хотя бы. Так, ну вот, ладно, давайте строите. Электричество. Так, и чё у нас? Типа, не вывозят, что ли? А это где? Лично? Так. Где ещё чё построили? Ладно, так, теперь. Теперь надо вот здесь построить дорогу. До магазина, до торгового центра. Так, здесь что? Железка строится, да. Отлично. И здесь идет. Так. А это значит, что мы уже можем и сюда начинать строить дорогу. Но нам надо сначала... Сначала нам надо здесь построить. Так, это где? Вот это. Так, теперь давайте смотреть, что по дороге. Даже вот эту линию можно строить.
А вот эта линия у нас только очень долго. Никто 40. Она уже тем временем осень наступила. Нужно... Так, здесь 115 день, 100 дней, и а здесь что? Здесь не хватает кирпичей. Людей привезли, только зачем? Кирпичей-то нету. Так, кинотеатр. 7,3 тонны бетона еще не хватает. Кирпичи тут есть. Отлично. Вот еще сюда. Какой там конвейер еще строится, непонятно. Я не давал пока команду строить конвейер какой-то. Так. Тут я отменил. Отменил. Так. Нет. Это. Нет. Это отменил. Не знаю, какой еще конвейер. Здесь нету. Так, что там? Все закончено. Вот эта дорожка построилась отлично. Так. Давайте. Это уберем потом. Но я не знаю, может хоть оставим, но вот эту часть точно надо устроить. Так. Так, не знаю, что-то происходит, игра уже второй раз вылетает. Так, за сегодняшний день, запись, так. Так, вот это ты чертик построил. Так, а у нас тем временем что-то еще построилось. Так, вот этот ты чертик уже построился. Отлично. Так. Куда? Какой-то конвейер. Я так и не понял, какой конвейер он там строит. Нет. А, вот этот надо закрыть. Мы его не строим пока.
Я думаю, что какие-то конвейеры там. Так. Что надо для дома? Кирпичи. Для магазина нужен бетон. 17 тонн бетона не хватает. Так. Так, это куда? А, наверное, вот в этот дом. Да. Ну, хотя бы в этот дом, это уже лучше. Так. Здесь тем более есть люди. Ну да, ну вот кирпичи нужны. Сейчас приедут кирпичи, да. Кто-нибудь еще придет. Две тысячи пятьсот. Ой, 9 трудодней дней. Так, давайте посмотрим, где поезд. Где он там ожидает? Ты надолго. И что ты там ожидаешь? Это есть. Так, надо убрать. Где там не можешь выехать? Давай выезжай. Вон ты. А ты давай тоже выезжай, он и едет. А, ну вот, так. Так, ну ладно. Здесь уже начали строить. Это уже хорошо, так. Так, давайте. Что здесь у нас трудится? Здесь нужно 12 трудодней.
Это я тоже отменить хотел. Но не пока. Пока не особо интересно. Так. Тридцать семь трудодней. Так, ладно. Вот это здание. Даль электродетали нужны. Пятнадцать тонн угля. Так. Ну а здесь уже. Здесь еще осталось 51 тонна титана. Так, магазин. 10 тонн титана. Ну, я думаю, так. Так, здесь не хватает кирпичей. Здесь все, бетон. Так. Так, 51 тонна бетона. А это торговый центр. А чего там? Там уже нету бетона. Или что? Ну все, есть, да, практически. Не хватает только бетона еще. Так. На красную звезду можно и так дойти, если пожелать, а не полениться. Автобус рядом. Опять проблема с углем. Ну это вот чисто. Что, издеваетесь, что ли? Чисто. Так.
Здесь закончится дорога. Отлично. Так, давайте отдадим под строительство тогда вот эту вот остановку. Или нет? Так. Нам просто надо, чтобы строительство началось. Вот этого завода. Так, а к этому заводу у нас дорога где? Вот она. Да. Ну и остановку тоже надо отдать. Так. И вот эту дорогу построили, отлично. Так, теперь давайте. День чего? 9,5 тонн бетона еще. Ладно, такие перебои у нас, я думаю, еще будут пока мы не построим этот дом большой. И, кстати, пока... Так, нет, здесь надо вот что-то переделывать. Так. Так, ладно. Так. И вот сейчас посмотрим, от этого дома докуда дойдут люди. В принципе, до остановки дойдут.
Да. Давайте тогда. Вот это улицу тоже улучшим. Так. Тонах. Здесь 6,5 тонн. Так, здесь кирпичей нету. Так. А это кто такой? Так, давай выгрузишься. И тоже едешь в депо. Так, где что надо, кирпичи? Где что? А вот, идет ход хэх. Строительство. Так. Ты что тут стоишь-то? Это есть? А нет, здесь надо вот такой ставить.
Да, вот это капец. Ну, поехали. Так. Ну, едь куда ты хочешь. Едешь и тут. Куда ты хотел проехать-то? Он туда хотел проехать, но едь. Так. Ну, где у нас что построилось? Или что остановилось? Эти гулять тихо нету или чё? Игорь. 42 тонны. Так. Отлично, вот здесь построилось. Так. Дальше будем разбираться потом, какой же. Так. Теперь идем. Значит, вы едете. Никита не сюда едете, а вот... Нет, ты ничего не делаешь. Так, вот ты едешь. Ты едешь вот так. Сюда. Есть. Загрузка. Ждать. И выгрузка. Ждать выгрузку. Так. Котируем. Котируем маршрут, который... Котируем, где он тут? Потому что это... А у нас тем временем построился кинотеатр. Это хорошо. Так, до него кто-нибудь доходит? До него доходят люди. Так. Ну вот, с этого дома покажем ходить в кинотеатр, ну и на остановку. Так, и вот на остановку. Непонятно, куда вы ходите. Так. Что тут у нас? Осталось 28 трудодней. Так, и давайте, наверное, с этого дома еще укажем. Ходите. Сюда быстрее построим магазин. Быстрее запустим остановку. Новую. Автовокзал уже как бы. Пустой пока. Отлично, у нас закончилось.
Магазин построили, отлично. Так, и давайте. Так, у нас построился торговый центр. И давайте в нашей конторе, которая занимается подвозом продовольствием. Так, вот, что у нас в чем занимается. Так, стекло. А вот эта контора в чем занимается? Вот этой конторой кто занимался? Так, они, наверное, все... Большое таможня, так. И они все, наверное... А показать эту тачку можно? А вот она едет так. Ну, давайте тогда... Так, давайте тогда вам еще назначим тогда еще и это. Так, что-то. Так, давайте тогда что? Это опять что-то ходит дом. Так. Так, что-то. Это вот все, это что-то так. Это. Это надо убирать вам. Пока не доделается. Тут. Они все еще будут тупить тут. Нужно, чтобы достроилась вот эта дорога. Так, нам осталось что? Вот это вот участок. Так, ладно, они... Так, давайте... Вот этим вот машинкам нам еще укажем. Так. Вот этот магазин также. Здесь надо также... ждать выгрузку. Так. А в этот магазин? А в этот не надо. Здесь да, а вот этот не надо. Здесь не надо ничего делать.
Так, а ты что делаешь? Так, тебя тоже надо отправить. Так, здесь надо это угрожать. Олег, одежду и электронику. А здесь не надо ждать. Все, так. Ох, куда они ездят, пока. Здесь товары разберутся. Так. И надо что еще сделать? Надо купить. Что это игра? Надо купить это. Что тут? Стекло автомобильной техники. Значит, давайте купим. Купим крытый грузовик. Понял, такой вместительный. Так. Давайте вот этот купим. Так. И рефрижератор купим сюда. Рефрижератор тоже какой-нибудь. Давайте вот. Так. Вот, в магазине уже есть мясо. Так. Отлично, мясо есть. Так, теперь давайте. И давайте здесь. Чтобы люди у нас ходили теперь. Вот на эту установку. Так. И давайте укажем вот сюда ходить. Сюда. 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 Так. Куда еще? Куда они не дойдут? Так. Куда пусть ходят? Вот сюда. Так. Соответственно. Соответственно, давайте здесь оставляем пожарную часть, пожарки удаляем. Так, угольно-выготительный комбинат, да, угольная шахта, парламентский под контроль, Индергадом, нет, и стройка, так. И теперь вот, кстати, получается, сюда указываем, чтобы наши граждане ходили, значит, с этого дома, пусть куда они ходят, на театр автостанции, вот на эту, а,
На антрактах танки не ходите. Нет, вы можете ходить и туда. Так, теперь. В этом доме ходите. Сюда ходите. Так. В этом доме. Так. В этом доме. Куда ходите? Ахтахтанха нет. Ходите вот на эту ахтахтанха. Так. Теперь в этом доме ходите. Вот на эту ахтахтанха. Ну, можете ходить еще вот сюда. Так. В этом доме. А. Так. В этом доме ходите. Вот сюда ходите. Ходите. Так, в этом доме ходите. Вот сюда еще. Что, не хотите? Не дотягивайте, что ли? Ладно. Ходите тогда туда, вот. Так, теперь. В этом доме ходите куда? Туда не дотягивать. Можете еще туда ходить. Так, а в этом доме? Вот сюда ходите. Так. А, у нас еще закончился один участочек дороги. Отлично. Так. И теперь в нашем... Так. Контора, мы как бы... Здесь у нас сколько людей? Есть люди. Так. Так. Ну теперь давайте укажем нашим... Нашим конторам указываем. Как они ездили, забирали людей. Ходите, забираете людей вот отсюда. Так, значит. Источники рабочих у вас теперь будут. Вот эта площадка. Так, отлично. Так. У вас рабочие будут. Вот это вот рабочие станции. Так, отлично. Так. Так. Олах. Источники рабочей силы теперь. Отдельно давайте рабочих. Так. Так. И вы тоже, товарищи. Забираете рабочих теперь. Вот здесь. Вот
Так. А вы, товарищи, ходите здесь вот по этим рабочим. Пожарная часть, так, ходите, да. Так, здесь люди есть. Здесь есть люди. Так, ходите. Так, теперь торговый центр. Так, отлично. Так, теперь давайте начинаем строить, наверное. Так, но я тут вроде не назначал, как строить. Ну, это... Так. Начинаем строить вот эти вот объекты. Вот эту... Так, ну вот тут надо достроить. И начинаем строить пока, наверное, завод. А, ну хотя, в принципе, это можно строить, да. И давайте притормозим. Так. Начинаем, наверное, с завода. Так, что там, приехали, нет, наши новые машинки? Так, а вам мы указываем следующее. Вы едете вот на этот автовокзал. Здесь ждать загрузку. Загрузка. Так. И возите. Так. И котируем этот маршрут. Котировали. Так. Теперь пропускаем. А нет, 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 не выпускаем тебе еще. Добавляем тебе еще одну установку. Вот эту часть. Вот эту. Тонечку. Все. Так. И второй автобус такой же водим. Так. И тебе также добавляем тонечку. Все, а теперь можно выпускать на маршрут, чтобы вы там не ездили. Непонятно, каким образом. Вот ты еще кого собираешь? Куда поедешь? Железнодорожный вокзал. Хорошо. Так, теперь осталось с магазином разобраться. Так, вот этот магазин мы закрываем. Так, и надо отсюда вывести здесь все товары. Так, так, давай-ка мы тебе... Едешь сюда, здесь, ждать загрузку. Это что? Это еда, одежда, электроника. И отвозишь это все вот
здесь ждать выгрузок. И вот здесь выводишь все сюда. Так, отправляйся. Так. Выйдешь, когда все отсюда. Здесь черных осталось. А, ну тут электроника осталась. И нахрен надо выйти отсюда. Так, а ты, товарищ, едешь. Едешь за нях, вот сюда. Здесь грузишь няха. И едешь вот сюда. Здесь ждешь выгрузку. Отправляйся. В общем, надо все это вынести оттуда до гора. Так. Так. 24 октября. У нас что? Перебоев. Уголь есть. Так. Так. А в чем проблема? Так. Но с этого дома-то вы можете ходить. Вы можете даже вот отсюда ходить. Что, не дойдете, что ли? Ну ладно. Так. А, вот тут еще не достроено. Понятно. Поэтому вы не можете дойти. И вот этот участок надо достроить. Так. Так, а где чёрных? Так, а тут построили? Нет. Чё не хватает-то? А вот, сейчас достроят. Отлично, так, давайте тогда. Что тебе тут мешает? Что ты не можешь доехать там? Куда ты хочешь доехать-то? Ну, едь давай. Так, давайте сюда вот уйдем опять или не снимемся в ту часть. И здесь надо улучшить дорогу, чтобы потом не мучиться. Так. Все, проблем потом не было. Так. Вот эту дорогу улучшаем. Потом приступаем к строительству завода. Так, а теперь что нам надо сделать? Вот эту часть улучшить. И вот эту часть.
Так, то ногти. Так. Почему у него эти дай. А, да. Так. Доедете. Куда вы денетесь? Так. Вот так. И вот эту часть отдаем. Так. И вот это вот. Да. Только... Так, получим вот эту часть. Так. Почему опять перебой? Или уголь есть? Что? Здесь уголь есть. Чего вы гоните? Так. Так, ладно. Так. И что я еще хотел? Где еще? Вот эта часть. И надо, наверное, отдавать под строительство еще. А, ну да. Это мы никак не сделаем пока. Ну хотя бы вот эту часть начинайте. Так, что? Выдохли отсюда все? Так, отсюда все выдохли, нет? Так, все. Это. Мне ждешь загрузку? Давай. Не ждать. Едь. И... А здесь у нас так, продукты есть? Ну вот, чего-то уже. Продуктов недостаточно. Так, ну давайте. Давайте. Не знаю. 30. Давайте 20 продавцов пока поставим. Так. Это и возит электронику сюда. А тут что? Так. Ты уже что? Все загрузил, тут ничего нету. Нету. Все, едешь. Так, и ты? А ты что тут едешь? Ты едешь. Чего у тебя тут? А есть нехто, где тебе тут дать? Нету. Значит. Значит, едешь вот сюда. Так. Здесь у нас что, люди есть? Есть. Так. Но мало, но есть. Так. Здесь что, тройка идет? Да.
Здесь еще тонны Сталина. Так. Вот эту больницу мы уже что, закрыли? Да. Так, закрыли. И вот это мы закрыли. Да. Это надо будет все разобрать. Нести. Так, а здесь что у нас? Вот тут уже стройка идет. Скрирует. Да, 116 трудодней. Это еще долго. Так, что? Что сказать? Что? Потихоньку строительство идет. Так. А эту штуку тоже хотят построить. Да, ее по-любому надо строить. Но потом вот это надо дорогу сначала построить. Где что надо? Кирпичи и доски. А где что? А, вот эту часть уже построили. Отлично, тогда надо... Так. А, кстати. А почему это? А же назначено. А, ну да. Так. Так, отлично. Вот здесь еще осталось. Сталин тут стоит. Так. То есть. 105 или трудодней. Ну вот, рабочих уже всех выдвинули. Никого тут. Так, вот. Детона еще надо вывести. Так. Еда опять закончилась, так. Так вот ты что делаешь? А что ты едешь? Вот ты его ездишь. Ты вот зачем едешь сюда?
Так, давайте-ка мы из следующих тебя отправляем. И назначаем тебе новое. Так. Так. А ты что делаешь? Так. Тоже тебя отправляем. То есть на западном рынке алко. Так. И что у нас тут еще ездит? Так, вот это что такое? А ты зачем сюда едешь-то? Ты здесь ничего не делаешь. Блин, опять сюда подъезжали. Нет, ты едешь вот сюда вот. Ничего. Здесь ничего не надо хранить. Ты кто? Ты тоже едешь? Ничего сюда не надо возить уже. Это здание закрыто, все. Не работает, забудьте про него. Здесь надо еще 3 тонны бетона привезти. Так. Здесь еще, так, мясо еще есть. Так, вот. Сейчас вы приводите, когда сюда. И он... Так, чё, давайте. Подтянём. Нам вообще кредиты-то надо отдавать все равно. Так. Да. Это придется немного туговато. Так. Поэтому вот и хочется, чтобы нефть уже возить не к нам, не на нашу территорию. Ну, на границе. Так. Что тут мешает-то делать? И чё, здесь... Все сигналы тут надо убрать, чтобы не тупил тут. Давай едь чё. Чё тебе надо построить-то? Так, и чё? Ты вот так можешь съехать сюда? Или нет? Давай, в чём, туда съезжай. Или как ты поедешь? А ты прямо решил ехать. Почему нельзя туда съехать вот? И вот тут вот строить. Сейчас куда поедешь? По-любому? А. Ну, их только сюда ты поедешь. Так.
Так, чего вы там, подъехали, нет? Так, вот. Это что у нас? Рефрижератор. Так, рефрижератор. Значит, едешь вот так вот. Да, едешь и ждешь загрузки. И вот сюда. Здесь ждать загрузку. Да, едь. Так. А здесь, так, электроника еще и. Так. Ты кто у нас? Ты рефрижератор? А ты, вот, ты едешь, значит, ты едешь вот сюда. Где ты у нас ждешь загрузку? Одежда, ой, одежда, еда, электроника и новая установка тебе. Ждешь загрузку и едешь вот сюда. Здесь ой, вот сюда едешь. Здесь ты выгружаешься. Также одежда, еда и электроника. Все, отправляйся. А то у людей тут все окончалось уже. Так. Здесь что? Так, 31 трудодень. У нас уже 15 ноября. Так. Здесь что? Где-то что-то завершили. О, вот эту дорожку построили. Так, до этого дома дойдете теперь? Так. Да, доходите. Вот, отлично, идем. Если хотите поработать, можете сюда еще ходить. Как нет? Есть же соединение с этим домом. Так. А, ну да. Еще пока нет. Ладно. Не это, не вопрос. Здесь делают соединение. Так. Здесь что? 28 трудодней осталось. Так. Здесь что у нас? На завод начали подвозить материалы. Так. Здесь тоже осталось еще 13 тонн гравия подвезти. У нас тем временем построился ЖД вокзал, но пока, увы, работать некому, и мы запрещаем. Пока закрываем этот вокзал. Потому что некого возить пока. У нас нету
Так. Ну, пассажиры расходятся. Они всегда будут тусоваться тут. Так. Так, вот сюда еще надо. Пятьдесят 56 трудодней. Так. Так, на чем у нас тут? В магазине по-прежнему нету еды. Но это сейчас приедет. Кинотеатр работает, да. Так. На остановке люди котятся. Так. Что на шахте у нас тут? Шахта. Три человека вкалывают. Так. Вот здесь, конечно. Но мы сюда машины назначили, которые будут подвозить уголь. Вот уголь, ну что, вот здесь он был. Так. Здесь что? 70%. Так, вот здесь закончилось. Так, давайте. Вот этим людям можно указать еще в качестве рабочего места. Вот этот дом. Что идут строят. А это что такое? Модель. Какой-то. Что это такое? Я не знаю. Давайте посмотрим. Так, что это может быть? Из западных стран доступна какая-то техника. Бульдозер, так, это может быть либо трактор, либо что-то. Я так и не понял, что это. Что? Это не бульдозер. Метрополитен. Нет, но у нас даже не метро есть. Нам какая-то. Так. Вот это еще где-то построили. Отлично. Вот этот еще участок построить. И... Ну, здесь три труда дня. Так. Здесь вот 25. Ну, 23 уже. И можно будет приступать к строительству вот этого завода. И на этом, наверное, будем серию завершать. Зиму пережду. Вернемся весной. Потому что сейчас пойдет снег. Один. Так, это что такое? Ну, тихо-техники. Заорвали. Понятно. Ладно. Разберемся. Что это такое? Будем смотреть, потом обновлять их надо будет. Так, 8. А у нас уже 21 ноября. Сейчас скоро пойдет снег. Ну, может, 22 числа. Так. Вот это у нас сортировочный завод будет строиться. Вот и все. Вот эта дорога построилась. Так, давайте отдаем вот этот завод.
он от них не отходи. Что значит не отходи? Есть пути. Так, у нас закончился еще один момент. И у нас теперь лояльность граждан должна немного подрасти. Во. Она охватывает весь наш центральный район. Это хорошо. Так, ну что ж, на этой прекрасной ноте будем завершать сегодняшнюю серию. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчики. Увидимся в новых сериях. До новых встреч. Всем пока.